Балтийском городском округе проходит 6-й инклюзивный всероссийский фестиваль «Паруса духа». Доброе утро, дорогие друзья! Ну, я не блондин, 1,94 м, спортивного сложения, 120+. Слева от меня моя дочь, 7 лет, изящная спортсменка. Мы уже рады в 6-й раз принимать этот фестиваль. Раньше мы называли мероприятие. Сейчас мы понимаем, что формат наш далеко уже за границами Балтийска. Это вся страна. Многие сегодня ребята самостоятельно приобрели билеты, приехали сюда. Мы вот беседовали. Во-первых, рады встречать и как родных, как семью, всех участников. Многие смены уже прописались. Я думаю, скоро с паспортами придут поставить прописку в городе Балтийске, даже из Калининграда, из других городов нашей Калининградской области, необъятной. Сегодня хорошая погода, великолепное будет мероприятие. Мы сейчас сможем и насладиться гонкой, и отдохнуть на городском пляже безопасно, все там. Готовы к приему гостей, туристов. Хочу отдельно поблагодарить корпорацию «Росатом», всех людей, всех амбассадоров, которые, когда начинали только, мы так скромно приходили друг к другу, там, ну, давай, можем. Ну, а сейчас я понимаю, что это семья, она реальная сила. И вот сейчас мы с Ильей Александровичем, в связи, например, нашего правительства, разговаривали о том, что, конечно, горизонт здесь намного шире. Здесь и смены все-таки в Балтийске должны прописку получить, и дом свой в виде яхтной марины, поэтому об этом будем думать. И совместно, вот Николай Викторович, глава нашего совета, максимально поддерживает все депутаты. Законодательное собрание, видите, сегодня приехало какой большой семьей, Федерация спортивной борьбы Калининградской области, все здесь, потому что все поняли, когда состоялось знакомство, в чем была инклюзия, в том, что нормальные, здоровые люди, которые вместе на яхте вышли с ребятами с ограниченными возможностями, все поменяли свои отношения к жизни, ко многим тонким вещам, материям, которые делают из настоящего человека, понимаете? Поэтому это общение, оно имеет огромное значение для каждого. И сегодня здесь много детей, и самое важное, это новое поколение, которое по-новому смотрит на жизнь. И мы сегодня говорили о том, что, конечно, ребята, которые проходят сегодня долг специальной военной операции, участвуют, это очень много из Балтийска, они с гордостью несут знамя победы. Враг будет разбит, победа будет за нами. Добрый день. И мне нужно объявить. Да. У нас почетное право подъема флага нашей регаты предоставлено яхте «Аргентина». Вот она находится. А я капитана знаю, мы с ним в одном классе учились-то, Дима Гаврилов. Ты где там, Дима? Вот. Кстати, вчера у нас было 35 лет выпуска из Калининградского военно-морского училища. Дима, я тебя поздравляю, Дима. Ну что, ты готов? Ну что, флаг 6-й инклюзивной регаты «Паруса духа» поднять!